Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артём Плешков, для тех, кто не знает. И в этом видео я хочу вам сказать, что я скоро уезжаю, вернее, улетаю на мыс Фиолент. Для тех, кто не знает, где это находится, это рядом с Сочи. И вот такое у меня будет маленькое путешествие. И буквально я улетаю 3 сентября. Сегодня первое, завтра я еду в город Барнаул, там покупал билет сначала в Новосибирск, затем из Новосибирска утром рано, в 5 утра я уже должен быть в аэропорту, и там мы улетаем туда, к мысу Фиолент, на море отдыхать. Ну, кстати, там будут люди, которых вы знаете, если вы интересуетесь инфобизнесом. Там будут такие люди, как Артём Белякин, Алекс Гуляев, Азат Валеев, Дима Париев, Денис Турченков. Ну, много-много-много кого будет интересных людей. И там мы будем отдыхать, тусоваться, обмениваться опытом, замышлять какие-то новые проекты. Ну, это все вместе, вот, вместе с отдыхом, когда это все сочетается, просто кайф, да, то есть когда сейчас вот 1 сентября, кстати, вас с праздником, многие начали работать, да, а мы вот так вот летим туда, чтобы и, конечно же, поработать, и, естественно, отдохнуть. Непосредственно мы там будем где-то с 3 по 9 сентября, непосредственно будем там, на мысе Фиолент. Так, и вот сейчас я вам хочу рассказать, что же я с собой возьму. Буквально сейчас у меня тут приготовление. Собираю вещи. Завтра в 6 утра подъем. Как давно я так уже не вставал. Вот. И едем в Барнаул. И дальше, как я уже вам рассказал. Так, что же я с собой беру? Да, если вам интересно, я вам сейчас могу это показать. Сейчас я переведу видеокамеру на свой рабочий стол рядом с компьютером. Тут у меня уже лежат вот эти вещи, которые я буду брать. Часть вещей. Поэтому, если интересно, смотрим. Так, сейчас камеру переверну пока. Так. Это вот мой монитор, компьютер. Значит, что я беру с собой? Так, первое. Я беру с собой вот этот ноутбук, вернее, нетбук. Второе, я беру с собой ежедневник, да, записную книжку с такой крутой ручкой. Я предприниматель, здесь написано на ручке. Здесь сейчас интересно вам покажу. Так неудобно одной рукой снимать, другой вытаскивать ручку. Смотрите, на свет преподнесу. Я предприниматель. Вернее, ты предприниматель. Так, дальше. Беру вот эту флешечку. Беру телефон номер 1. И смартфон телефон номер 2. Так, что-то мне здесь пришло. Естественно, беру кошелек. И возьму с собой еще вот эти наушники, чтобы непосредственно держать с вами связь, разговаривать. Наушники прицеплю вот сюда, к нетбуку, к моему. И вот, да, еще, кстати, вот я сейчас снимаю вот это видео на камеру, и, естественно, беру еще эту камеру. Ну, там у меня еще есть сумочка с вещами, но я вам показывать не буду. В принципе, там понятно, что за вещи такие, которые на себя можно надеть. Вот главное, вот это то, с чем я прилечу, как и с чем я буду работать, да. То есть, как бы, в принципе, все, что мне нужно для работы, это вот, все умещается здесь, да, на вот этом столе. То есть красота. Так что, друзья, теперь хочу вам вопросик задать. Сейчас я опять разверну камеру. Так, хочу вам задать вопросик. Непосредственно, вот, хотели бы вы
например, какая-то следующая тусовка будет в инфобизнесовой, хотели ли вы тоже поучаствовать там, принять участие, познакомиться с такими интересными людьми, которые там будут. Если у вас такое желание есть, то пишите в комментариях под этим видео все ваши вопросы. Вот. Ну, в принципе, может быть, кто-то из вас живет рядом с мысом Фиолент. Пожалуйста, приходите в гости, пообщаемся. Ну все, с вами был Артем Плешков, школа блогеров. Следите, кому интересно, за моими путешествиями. Отчеты я буду выкладывать в качестве видео, фото на своем блоге. Ну все, пока. Еще раз вас с 1 сентября, с Днем Знаний.